Привет. Что? Сегодня первый урок, опять практикантка вести будет? Ну да. Кстати, вы знаете, что у нее сегодня день рождения? Правда? А давайте сделаем ей сюрприз. Хорошая идея, только у нас мало времени. Скоро звонок. У меня есть план. Идите все сюда. Сергеевна, скажите, а сколько световых лет до Марса? Никогда не задумывалась об этом. А ты почему не на уроке? Да я тут подумала. Ну-ка, марш в класс. Только не очень, спешите. Полина Сергеевна. Так, а ты почему не в классе? Ну, а что туда спешить? Галина Сергеевна, никуда наш класс не денется. Дима, ты не заболел? А ну бегом в класс! Вы только не спешите! Вы не подумайте, все хорошо! Только не спешите! Я хотела вас спросить, сколько световых лет до Марса? Ну да, и это тоже. Что случилось? Что вы натворили? Да нет, ничего, просто не спешите заходить в класс, ладно? Да, Марина, что ты хочешь мне сказать? Что случилось? Вы что-то разбили? Кто-то упал и поранился? Нет, ничего такого, просто не заходите в класс. Лучше отойди от двери. Галина Сергеевна, вы выглядите взволнованно, с вами точно все хорошо? Я все равно узнаю, что там, просто отойди. Может, вам водички принести? А ну отойди, последний раз говорю. Что, где? От всей души поздравляем вас с днем рождения! Чего это она? От радости, наверное.